начинаем обряд отключения колдовских воздействий, вольтов, кукликов, мороков, оморочек, окормов, опоев, привязок некротических. Фотография Артема лежит здесь, под этой плитой, лицом вверх, правая сторона мужская здесь, левая сторона женская здесь. И мы начинаем процесс очищения. Давайте для начала нам нужно создать здесь, в этом пространстве, энергетический вакуум. Чтобы сразу на теле Артема проявились все чужеродные воздействия. С помощью силы Вселенной очищаем пространство от воздействия внимания сущностей. Пройдемся по энергетическому телу Артема. Голова, шея, руки, правая, левая, сердце, живот, ноги. Так, смотрим. Ноги Артема по щиколотку стоят в земле. Земля рыхлая, земля чернозем. Чернозем, но не болото это могильная земля. По щиколотку в могиле стоит. На коленях звезды. Звезды Давида стоят. Какими-то знаками кто-то ставил на колени Артема. Дальше. Были окормы, опои. Прямо фонит пищевод, желудок, кишечник, весь желудочно-кишечный тракт. Окормы были не сейчас, были давно, но несколько раз. Программа вкладывающая в еду через питье. Одежда Артема была заговорена, делала женщина, шептала и ввязывала какие-то волосы в одежду. Это была тоже не сейчас. Иголочки. Ух тут. Кто-то делал куклика. Сердце. Три удара горла. Глаза, уши проткнуты, прямо тыкали, руки, ладони, почки, поясница, пах, колени, стопы. То есть куклика много тыкали иглами. Ох, много колдовства. Сеть какая-то наброшена недавно. Мужчина и женщина это делали. Давайте все, видите, за один раз не снимем. Ноги из могилы вытащим. Идем туда, так когда этот был обряд сделан. Что-то подсыпали и в обувь Артема делали несколько раз и сыпали на землю. Забираем силу. Заказывал мужчина, делала женщина. Забираем силу из того обряда. Очищаем ноги Артема. Обрезаем все связи. Женщина, которая это делала, уже ушла из этого мира. Она умерла. Вы
Возвращаем мужчине все это. Возвращаем. Все его. Наводим морок, чтобы если что-то желал, Артему все возвращалось к нему. Уходим, заметаем следы за собой. Поземки зимние, листвы осенние, летним ветром, весенним дождем. Фонит. Соль фонит прямо. Так. Теперь нужно очистить от могильной земли. Ох, здесь вот еще окурмы на Артема навалили. Сейчас мы за один раз это не сделаем. Сейчас мы будем завершать видео. Надо войти в более глубокое состояние транса и действительно очистить от всей некротики. Тем более, та женщина, которая сделала, уже ушла из этого мира. И она дополнительно тянет Артема своими грехами. Все драгоценное, надо действовать.